На этой неделе в детско-юношеской спортивной школе «Триумф» состоялся полуфинал школьной лиги «Локобаскет». В наш район побороться за выход в финал приехали спортсмены из 5 районов края. Мы хотим познакомить вас с теми, кто стал сильнейшим. В состязаниях команда из Славянска на Кубани принимала на домашнем паркете гостей из 5 районов Краснодарского края. Капитан команды из Динского района признается, что настрой на эту игру серьезный, и это главный секрет их успеха. Желание биться, мне кажется, потому что без борьбы игру не выиграть. И, конечно, приходится прилагать все усилия, командно играть и играть на результат. Наши спортсмены оказались более спокойными и просто верят в свой успех. Это надо слушать четко позиции тренера какие, и выполнять их, и можно выиграть любую игру. В этот день 5 команд играли по схеме «все со всеми». 4 игры, в которых участвовала славянская команда, были яркими по накалу, ходу и результату. Первая их игра для наших прошла с командой из Динской. Вначале «Фортуна» была на стороне соперников, но славянская команда не давала противникам вырваться вперед, и долгое время счет был практически равным. В итоге победила команда славянских баскетболистов. По итогам соревновательного дня наши ребята выиграли 3 из 4 игр и стали победителями полуфинала. Теперь побороться за пальму первенства им придется в финальной игре, которая состоится 22 марта в детско-юношеской спортивной школе «Триумф». Здесь соберутся самые сильные спортсмены со всего края. Все победители полуфинала в школьной лиге «Локобаскет». Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».